помощница пришла, Мирка. Ты помогать пришла, да? Сейчас дела пойдут быстрее. А то Виктория медленно там, пока лук начистит, да пока тоси-боси. А ты-то сейчас быстренько раз, и все у нас свершится, да? Иди, иди туда, на кухню. Да, ты мне хочешь на голову залезть, да? Не надо, не надо. Иди, иди туда, туда иди. Все, присел на свою голову. Включил камеру. Иди, 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 давай. Ну, все. Вон, смотри, на кого похоже. Это, оказывается, напарник у Романа рисует, художник такой. На, похож на Марсика? Повесим у тебя над креслом. Так, ведите себя хорошо. Мира! Мирка! Мирка! Ну, а тут процесс идет. Вода уже сварилась. Лучок жарится. Ну, и главное, помощники. Без них куда? Ну что? Да выключи. Ну, я пошел пока дам. А, ты хочешь, чтобы они тепленькую съели, да? Понял. Спасибо за заботу. Подогрела тушеночку. Ну что, ты пойдешь со мной? А? Рада. Пойдем? Ой. Пошли. Пошли, пошли, пробу снимать от Романа. Вик, может, ты мне поможешь, а? Все, горит лампочка красненькая. Точно. А то у нас... Пойдем. Дубли нету, покажи. Ага, горит. Идемте от Романа тушеночку. Вик, Марсик. Марсюшка! Вы такой тушенки никогда не ели. Это Щелково с биокомбината. Там специально делают такую тушеночку. Ешь, Марсюшка, тебе. О. Цельные куски мяса. Отойди, убери головку. Лирик, и тебе. А кому добавочки? А, тебе ж не дал, да? Иди. Отойди. И тебе. И тебе. Всем достанется. А ты пришел за добавкой. Ах ты ж мой умничка. Тебе так понравилось. Иди. Ешь. Съем. Съем. Чистое мясо. Глянь, покажи, как Лерик чисто вылезал. Посмотри. Лерочек. Еще тебе. И тебе добавочки. И тебе добавочки. Короче, Роман. Тушеночка пошла на ура. И тебе добавочки. Ну что? Ну, земляне, а это Александру Доку. Ну, а как я буду есть тушенку? А, у нас же там макароны по-флотски. Тогда, Марсик, я тебе еще добавочки дам. А я уже хотел попробовать. На. Тебе. Тебе. Тебе, Лирик. Ой. Так они еще и банки нескончаемые. И тебе. И тебе. Ой, ну что? Облизывай банки. Выключай, буду облизывать. Хочу запечатлеть. И затащили в машину. И помчались к инвалиду, чтобы выяснить имя. А дальше? Помолчите. Я хочу запечатлеть момент истины, как соединяется Щелково. Вот. С Можайском. Это Можайск, а это Щелково.
Вот как теперь это все будет соединяться вместе? Хочу запечатлеть. Вот она, волшебное соединение происходит. Можайск. Хватит, я потом добавочки лучше попрошу. Хватит, хватит. Ну, я рассчитывала не класть бы тушенку. А, ты мне просто голые макароны, да? Вот так-то, да. А это вот щелково. Вот она. Вот этого больше положить тоже. Не, не, хватит. Чуть-чуть еще, ложечку. Не. Ложечку. Нормально. Блин, шадоба. Ну, земляне. Ай. Давненько я такого не ел. А это уже моя коронка. Посыпать сухариками макароны. Я с детства это всегда делаю. Ну что? Ты себе накладываешь? Побольше, да? И потолще. Так вкусно, когда сухариками посыпаны макароны. Кто не пробовал, попробуйте. Хрустит, так как наши бульдожки хрустят этим, когда орешки едят. О, ну что, перед тем, как выключить камеру, я попробую. Земляне, вы не представляете, какой это божественный вкус. Это настоящее мясо, которое даже пахнет мясом. Виктория сказала, что она пахнет мясом, а я ей верю. Она себе, гляньте, накладывает сколько. Он уже полчаса как накладывает, накладывает. А мне кинула. Ну что, Алла и Роман, спасибо вам за то, что вы принесли в наш дом вот такую вкуснотищу. Все. Вика ждет, когда я выключу камеру и пойдет, сядет сюда. Но это уже будет в другой серии. А в этой серии мы сейчас набросимся и будем наслаждаться. Это макароны специально оставили собачкам. Сейчас будут пробу снимать. Вот они уже готовы, эти собачки. Пошли. Пошли пробу снимать. Ну, попробуй, потом расскажешь. А это Марсику и Лирику. Мирку не пускай. И Миру тоже. Лирик. Макарошки. Марсик. Макарошки. О, от Романа. От Аллы. Пошли. Иди быстрее. А? Сейчас еще тебе добавочки. Оленинки. О. И говядинки.
Смотри, к тебе еще. Всем понравилось. Оленинка будет в следующем блюде. Это я оговорился. Это говядинка от Романа. Ну что, довольны? А? Конечно, все вкусно. Спасибо всем, кто заботится о собачках. Не просто на словах, то получается и на деле.